места, где сам воздух, и деревья, и травы, все кажется созданным для того, чтобы стать колыбелью таланта. Такова и Фергана, долина легенд, благородие и знаменитых узбекских танцовщиц. Здесь родилась и Мукара. О трудах Мукарам пишутся ученые диссертации и читаются лекции. В этом фильме пусть ее танец и ее жизнь говорят сами за себя. Память – это книга, которую художник всегда перечитывает заново, снова и снова возвращаясь к ее началу. В книге Мукарам много страниц. Черный. Мятежных, ликующих, трудных. И счастливых. Thank you.
книге памяти «Дни минувшие» соседствует с днем сегодняшним. Мукарам нет в этом зале, но она здесь. Ее ученица Гульнара Маваева передает секреты ее мастерства. Им дан счастливый дар останавливать время. Может, самый большой подарок судьба преподнесла ей в начале пути. Ее учителями стали Карыги Кубов, Тамара Ханум и Уста Али. Пальцы Уста Алима помнили тысячи ритмов, и каждый из них обретал зримую жизнь движение танца Тамары Ханум. Новый узбекский танец начинался с них. Почти каждый день Мукарам начинается с репетиции или урока. Обыкновенный рабочий день. Когда-то в первой театральной труппе с Карыги Кубовым они репетировали так же азартно и весело. Только тогда порой за такую обыкновенную репетицию их ждал удар ножа. С людьми, как водой хлеба. Подобно тому, как река теряет свое имя, наполняя рыб, так и люди забывали имя той, кто сочинил для них танец.
Большой Ферганский канал. Счастлив художник, разделяющий со своим народом и его праздники, и его битвы. С тех пор прошло более 30 лет. Если правда, что жизнь человека приобретает смысл, когда он посадил хотя бы одно дерево, то что же должно сказать Мукарам, окруженная шумом этой молодой листвы? Она создала новую школу узбекского танца. Ее танцы, как взрослые дети, уходят от нее и, разлетаясь по свету, живут своей собственной жизнью. Но Мукарам с танцем разлучить нельзя. Танцы множатся, приобретая новые обличия, а главное, рождается вновь и вновь. Она создает государственный ансамбль танца Узбекистана «Бахор», с которым связана теперь вся ее жизнь. Бахор – весна, навсегда пришедшая к Мукарам. Thank you.
короткое слово часто можно услышать в городе, в садах, на улицах, в домах. Оно словно в самом воздухе Ташкента. Бахор. Слава Масле и его учениках. Когда встречаются Авраам Тургунбаева и Игорь Моисеев, им есть что показать друг другу. Нора Маваева умеет не только учить, но и танцевать. Знаменитая узбекская танцовщица Галия Измайлова. Когда-то, задолго до Улугбека и Наваи, еще в начале 6 века, во дворцах древней Согдианы, на пиршествах Варакши и Афросиабы, жил раскованный и свободный тогда танец. Изображениями плесуней, дев огня, украшали серебряные сосуды и росписи дворцовых фресок. Проходили века. Пробиваясь, как живой и упорный росток солнцу, танец находил себе пищу во всем, что его окружало, в том числе в удивительном узбекском орнаменте, в его пластике, в его ритме. Посмотрите, разве это дерево и впрямь не танцует? Thank you.
Вглядитесь в этих танцовщиц, и вы увидите в движении их рук и очертания цветка, и сложную музыку геометрических форм и линий. Словом, все, что таит в себе армия Узбекистана. Танец жил и в бессмертных стихах Наваи. Я выбрал эту книгу среди книг. В ней, как в стране, я 7 дворцов возник. 7 планет. У Мукарам появилась мысль населить 7 планет Наваи танцовщицами. Ввести 7 красавиц в 7 его сказочных дворцов. Вместе с художницей Зинаидой Курош Мукарам не раз бывал в эту пору во дворцах и мечетях. Фантазия художника поистине ненасытна. Она требует все новой и новой пищи. Даже этот малыш, танцующий хорезмский танец без бит, мог подсказать что-то для ее будущей поэмы. В этих залах книгохранилищ, древние историки, философы и поэты помогали увидеть им век Наваи. И прежде всего, конечно, помогал им он сам. 7 гурий поселил в 7 дворцах, любой из ими веселился шах. 7 сказок он узнал в 7 земель, моих стихов единственная цель. Я дал название книги 7 планет. Пускай она теперь увидит свет.
рождении семи красавиц куда больше семи красавиц принимал. Кто хотел холодную воду? На ташкентском фестивале Мукарам встречается со своими индийскими друзьями, актрисой Наргиз и драматургом Ахмадом Аббасом. Эта старая дружба тоже войдет в танец семи планет. Многое получила Мукарам, когда она открыла для себя Индию. Путешествуя, художник щедро раздает свое сердце. И если он умеет учиться, так же много получает взамен. Колдовству египетского танца учила их несравненная Наима. В Алжире в мир африканских плясок вводила их Насиба. Везде, где это было только возможно, Мукарам обращалась к древним рукописям. Еще великий Авиценна из Бухары в своей книге «Знаний» размышлял о природе музыки и ритма, над которыми бился в свое время Пифагор.
один из вариантов танца семи красавиц, к которому Мукарам не раз еще будет возвращаться. Когда Мукарам хочет в чем-то проверить себя или задумывает новое, она уезжает в Фергану, поближе к родной земле. Здесь она обретает не только новые силы, но и самых взыскательных судей, которые всегда показывают каждую свою новую работу. Танец хлопка. Здесь, в Фергане, ее встречает не только радость, но и старая, никогда не забывающаяся боль. Вот они, ее подруги-танцовщицы, с которыми она начинала, Турсуной, убитая мужем. Нурхон,
зарезанная братом по приказу отца. 17-летняя Нурхон. За что их убили? Только за то, что они протестовали против старого мира, шли навстречу новой жизни. Первые ласточки весны Узбекистана. Ласточки, так и не видевшие лет. Мукарам знала, что ее может ждать та же судьба. Когда 16-летней девочкой убежала из дома и вышла на сцену, она не могла не танцевать. Ее имя появилось у нее не случайно. Мать назвала ее так в память о другой Мукарам, танцовщице и певице, без которой здесь в Фергане не обходился ни один праздник. Ее убили так же, как Нурхон. Мать умерла, так и не узнав, что после победы советской власти в Узбекистане ее дочери было суждено воскресить славу этого имени. И все-таки, говорит Мукарам, я счастлива, что моя жизнь сложилась именно так. Через страдания к радости. Этот бетховенский девиз, пожалуй, точнее всего выражает судьбу Мукарам. Могла ли та, кому она обязана была своим именем, даже подумать о том, что танцем ее ферганы будет руку плескать чуть ли не весь мир. Выходцы из Узбекистана завоевывали Индию. Полушутя сказал индийский писатель Ахмад Аббас. Много веков тому назад Индию завоевал Бабур, он пришел из Ферганы. Второе крупнейшее завоевание Индии совершили танцовщицы. Завоеватель был тоже из Ферганы, но он был более мощным, чем Бабур. В Индию приехала Мукарам.
Приходит день, и снова, как и всю жизнь, начинается обыкновенная репетиция. И какое счастье, если в этой репетиции удается хотя бы чуть-чуть улучшить то, что ты делал вчера. Или хотя бы еще неясно увидеть то, что ты будешь делать завтра. Танец Узбекистана «Сад Мукарам». И она неустанно трудится в нем, пробуждая к жизни все новые и новые побеги.